Так, куда же здесь пойти? Давай посмотрим. Фрукты, овощи. Фрукты, овощи. Ага. То есть мы сейчас в самом центре, как бы, получается, да, находимся, да? А цены написаны здесь, нет? Вроде нету цен здесь. Центральных разрушится. Ну да. Maybe today some bella for her. Maybe later. Hey, how should I match with the last one? Разные безделушки, закидушки, сувениры, да. Ага. А, это типа старый город, наверное, скорее всего, центральный. Ну, пойдем вот по этой. Ну, так прикольно как-то. По Арбатской такой, по переулкам пройдемся. Смотрим. Даже шерстяные вон вещи продают, видишь? Like a jumper or poncho? Джемперы разные. То есть у них здесь все-таки зимнее время года есть? Или это для больше для этих, для туристов скандинавских? Да. Очень интересно, кстати. Это же они, получается, должны из местного чего-то делать. Ну, видишь, сколько стоит? 20 евро стоит. What is the material? It's wool and cotton. Ah, okay. Thank you. Какой cotton? It's not for me. We will see for someone. This is nice. Yes, very nice. Это местный какой-то? It's from Malta? Yes. Thank you. Maybe later. Now I don't want to burn. Thank you very much. Thank you. Скажу только, что стоят они всего лишь 20 евро. Это шерсть и хлопок. Хлопок, да? Ну да, это совсем недорого, если она реально ручная работа. Я что-то сомневаюсь, что это ручная работа. Мне кажется, может, не ручная, может, в общем, какая работа там неизвестна, но стоит 20 евро. Но мальтийские эти материалы, мальтийские, то есть местные. Хотя мы сейчас находимся на острове Гоза, но это по большому счету одно и то же. Находится все рядом. Так, интересно, что у нас тут. Да. Интересно. Самое интересное, что даже в том не было такого маленького какого-то закуточка города. Я имею в виду на Мальте. Хочешь продавать там что-то? Ага. А, он шьет там, вышивает сразу. Ничего себе. Да, они сразу шьют и сразу продают, ага. Прикольные переулки. Это как-то интересно. Своеобразно. Мария Сунта. Везде, видишь, эти Мария. Санта Мария, Мария Сунта. Да. Какие-то разные эти вещи. Так, тут у нас закрыто. Почему туда? Ты думаешь там? Просто мы выходим обратно сюда же. Ты че? Вокруг здания дома прошли, не заблудиться. Это опасно. Ого. Смотри, какие ковры висят. Ага. Вы что, разве были? Мы здесь не были. По крайней мере, я не помню этого места. Тут не было. Но мы чуть побольше круг сделали, вон оттуда мы пришли. Ну да? Ну если мы вот так пришли, разве мы там не были? По большому счету разницы нету. Ну запутались снизу. А, пойдем. Ага.
Посмотрим, куда выйдем тут. Куда мы выйдем? Так, магазин работает, но это опять-таки эти сувенирные разные. Такие закидушки. Обычные магазины все в основном закрыты. Да, мы снова сюда вышли по кругу. Пойдем на ту сторону. Цены на фрукты неизвестны, но вообще лучше всего фрукты брать. Я уже это говорил не раз на этих на маленьких грузовичках, которые ходят по городу. И в любом месте они становятся и продают. Фруктовые такие лавки на колесах. Тут, в общем, да, такие темы центровые. Пойдем сюда. Переулочки, закоулочки. Что делай? Ага. Да. Наверное, это местная гозийская тема, да. Так. Вот какой-то тупичок мы зашли. Куда? Тут все закрыто. Сиеста. Как там было написано? 12.45 или сколько? 12.45 до 16.30. Ага, то есть 3 часа. Законные. 4 часа, да? Сиеста. Так, тут тупик у нас. Получается так. Ладно, пойдем назад. Пустота? Угу. Кто такой? Что за обезьяна? French food from Italy. Кто неизвестен, да? Может, первый человек, который открыл здесь базар, торговый центр? Не написано на английском? Странно. Это очень-очень странно. Пойдем в ту сторону туда. Не, мы же пошли в другую сторону, мы не пошли туда. Мы сюда пошли, а не туда. Страда Джорджио, улица Джорджио. Святого Джорджио. Георга. А, Святого Георга, наверное. Страда, видишь, как в Италии у них получается здесь надписи эти. Страда. Да? Это не везде. Не везде, только здесь. В самом центре, наверное. Может, такой в старой тут части. Тут штрик написан. В старой части города. Мне кажется, она написана в центре. Ага. Возможно, да. Тут везде трик. Трик. Ага. Может, трик это переулок?
а не улица. Улица, да? Да, здесь красиво. Даже на этой Мальте острове не было таких вот этих моментов. Да? Таких красивых. Сан-Горк. Тоже Сан этот, ага. Получается, они везде по-разному просто пишут. Горк, Джорк, Георгий. На разных языках. Получается, вот это-то, значит, на мальтийском написано, что ли? Или как? Типа такого должно быть. Сан-Горк тоже, видишь? Везде. Так, налево пойдешь. Коня подъезжаю. Да. Что там, все, тупик? Ага, да. Все прикольно. Да. Ага, и замок висит. В принципе, даже если бы не висел, ничего интересного там нет. Как Венецию мне напоминает, вот так идешь по Венеции, и постоянно, особенно ночью, это ужасно. Идешь, думаешь, сейчас куда-нибудь выйдешь, идешь, и раз в тупик приходишь, и думаешь, что за ерунда. Потом по новой, вот точно так же. Сейчас посмотрим вот здесь как. Угу. Ночью здесь красиво, наверное, очень. О, вообще прикольная тема. Точно как Венеция, такие движения. Такая машина классная. Да. Только без ритма. Ты чё, кроме руля нет? Что ж, пойдем дальше. Посмотрим, что у нас тут есть интересного. Машину, значит, это не тупик. Тут везде одни церкви, видишь, одна за одной. Это вообще весь квартал какой-то церковный, скажем так. Вон, смотри, здесь тоже. Может, и тоже этот Георгий, видишь? Улицы, потому что у них все улицы Сан-Джордж. Да? Возможно. Тут сделано это в ГОЗу, все улицы Сан-Джордж называются. Да. Так, я думаю, по крайней мере, в центре точно так. Куда мы пришли? Куда-то мы вышли. Мы с другой стороны вышли. По-моему, это в нашу деревню вышли. Санта-Мария, Святой Георгий здесь везде. Плаза Санту Вистин. Устин. Святая Устин. Слушай, здесь очень интересный город. Как будто бы здесь вообще фильмы можно снимать исторические. Посмотри, флаги эти висят, какие-то рыцарские турниры здесь как будто проходят. Это здесь вообще непонятно. Ну, пойдем сюда. Площадь Плаза Санту Вистин. Площадь Святой Вистины какой-то. Дон Боско, Рафа. Так, может быть там машины есть там? Пойдем пока. Никого нет, перейдем.
Телефонная будка стоит зато. Это для тех, кто прибыл. И так как улиц нет, чтобы разобраться. Так, что у нас интересно на этой стороне? Все жарче и жарче становится. Да, тоже церковь. Вон солнечники стоят наверху. Заряжается. Здесь вообще какая-то тюрьма. Ага. Там закрыто. А, нет, там есть выход. Здесь какой-то то ли военный, то ли... Ага, то есть сюда нельзя, получается? Мы из приватного, если нам будут входить в приватку. Да, такой песик серьезный на нас смотрит. Если поэтому, но энтер, то дай сюда. Да-да, если здесь такие песики, то я согласен, да, сюда не заходить. Не знаю, откуда здесь. Ага, здесь спортсмены у нас. Аккуратно. Только почему они под таким, под такими этими находятся, не совсем понятно, но... Это бывшая тюрьма. Да, заключенных расстреляли и выделили людям площадку для занятия спортом. Кисик сидит. Сиди, кисик, сиди. Сиди, сиди. А их здесь много. Посмотри, как она огорожена. Может, это стадион у них. Такое место, стадион. Поэтому так огорожено, и эти стоят. Видишь, осветители, освещение. Так, куда бы нам пойти? Нам вообще-то перекусить бы, как бы не мешало. Просто если мы налево пойдем, не хочется обратно вверх подниматься. А если туда пойдем, там какая-то старая. Хотя все указатели, видишь, сюда показывают. Там что-нибудь на английском написано, эти указатели, нет? Написано разные города просто. А, просто города? Просто не знаю, мы с этим отдыхаем, я не помню, как находится. Ну, где мы находимся, я знаю. Не-не, да. Ну, я имею в виду, где находимся в плане того, что прийти на автобусную станцию, я точно знаю как. Ну, давай. Туда нам обратно надо идти. Так, ну, да, вот все обошли и теперь обратно так же будем. Ну, я могу по тому же пути привезти нет, нас. Или, по крайней мере, направление тоже идет. Так, пойдем. Пойдем здесь, интересно. Вон эта площадь, которую мы прошли, видишь? Вот так вот. Так что мы все правильно идем. Просто пройдемся по переулочкам и дойдем до места, куда нам надо. Посмотрим. Смотрим, да? Вон, смотри, какие дворики красивые. Thank you.
Basta vai tu rush seasons. Yeah? Serious, very good. Yeah, very good. Alright, get the serious, very good. What's up, Мау? Прикольно, я здесь переговоры веду. Если мы идем, если ты хочешь туда дойти, то нам вообще-то надо направо. То есть в ту сторону. Я, между прочим, ты, конечно, очень хорошо начал GPS там работать, ничего не исправлю, но я, по крайней мере, читаю вывески, что написано, я иду в центр. По вывескам, да? Я просто иду по вывескам. Ты можешь идти направо, а я пойду по вывескам в центр. Сан-Джордж Базилика написано, центр. Ага. А здесь катедрала. Катедрала. Получается, там, где мы были, это было это Сан-Джордж Базилика. Угу. А кого еще там может быть базилика? Как не Сан-Джордж? Ну да. Он здесь Санта-Мария здесь. Санта-Мария, конечно, может быть. Но вообще, в основном тут только Сан-Джордж Базилика. Ну да. Очень прикольный городочек такой. Интересный. Вот мы сюда пришли, видишь? Пожалуйста. Вот сейчас мы туда, мы сейчас и выйдем туда, попадем в эту. Ну, хорошо. Или вот так попадем, то же место, где мы были. Вот и все. То есть все здесь по кругу идет. Мы сделали круг, получается. Так, друзья, совершили такую маленькую прогулочку по этому центру. Вот, мы вернулись сейчас обратно, если я, конечно, не ошибаюсь. Ну да, все правильно. Вот, вернулись обратно, поэтому пока выключаюсь, попозже на связь. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.